Библейский портал экзегет.ру представляет. Сто двадцать четвертый псалом для библейского портала экзегет. Читаю перевод российского библейского общества. Песня восхождения, так звучит надписание этого псалма. Очередная песня восхождения, вот они все, начиная со 119-го так называются, и это восхождение паломников в храм и, в общем-то, души человеческой к какому-то высокому богопознанию. Предыдущий 123-й о чем был? Господь нас спас от врагов, и если бы не Он все было бы очень плохо. Да? Простенький псалом, без особой какой-то такой вот глубокой богословской мысли, такие тоже есть, потому что молитва иногда бывает очень простая. Господи, помилуй, Господи, прости. Да? Вот и такой псалом у нас был 119-й. И, наконец, 124-й. Нет, это не конец, но теперь 124-й. Чуть-чуть давайте задумаемся более подробно. А что это? Вот Бог нас спас, ну, ну и, и к чему это? Песня восхождения, значит, новая ступень. Кто на Господа надеется, тот, как гора Сион. он не поколеблется, стоит вовек. Как Иерусалим кругом защищен горами, так Господь народ свой окружает ныне и вовек. Не поднимется жезл злодея над законным владением праведных, чтобы и праведники не обратились к беззаконию. Добром, Господи, сотвори добро тем, чье праведно сердце. А избравших кривые пути Господь изгонит прочь вместе со злодеями. Мир да пребудет с Израилем благословение уже всему Израилю. У нас было в 121-м псалме благословение Иерусалиму и всем, кто его любит, всем, кто ему желает добра. Но самое главное, Господь это не просто скорая помощь, которая приезжает, когда плохо и делает так, чтобы стало хорошо. Господь это основание жизни. Вот Иерусалим на горах. И в этом его стратегическое преимущество. Да? Он, его не так просто завоевать. А э, вот мы на Господней помощи точно так же утверждаемся. Поэтому жезл злодея не поднимется над законным владением праведных. Э, и просьба «Добрым Господи сотвори добро тем, чье праведное сердце, а избравших кривые пути Господь прогонит». То есть здесь немножко больше о Боге. Да? Вот, э, от простой просьбы о помощи, от э, понимания того, что да, Господь помо помогает, псалмопеец постепенно переходит к какому-то более полному и глубокому пониманию, что, собственно, означает действие Бога для народа и для каждого отдельного молящегося. А вообще были какие-то исторические прецеденты? Мы знаем, что это так и есть, или это наша фантазия? 125-й псалом об этом нам скажет.